У нас необычная лекция, это лекция под названием «Лекция квиз», где сначала вам будет задано 8 вопросов, а потом мы в процессе разберем эти вопросы, ну, на ту самую тему, которая называется «50 оттенков натуральных пищевых красителей». Название не случайное, запомните это название, это дальше всплывет, как говорил Альф, рассказывая анекдоты в свое время. Значит, правила игры какие? Вот у вас там табличка от 1 до 8. Скажите, кто участвовал в открытой лабораторной, которая была в феврале? Есть такие люди? Есть участвовавшие? Так, ну, тогда объясняю общие принципы. Значит, здесь будет задано 8 вопросов. Вернее, дано, в ходе лекции сейчас я быстро покажу 8 утверждений, по отношению к которым вы должны быстро сообразить и ответить, правда это или вымысел, ну, чепуха или истина. То есть, ну, это все будет очень быстро, поэтому прогуглить или как-то вы просто не успеете, я и даже не говорю, что телефоны уберите. То есть, если вы считаете, что утверждение, которое истинное у нас на будет сейчас на экране, вы ставите там у себя плюс, если вы считаете, что оно ложное, ставите минус, ну, каких-то других вариантов ответа нет, то есть мы не Шрёдингер, и у нас над котами издеваться мы не будем, чтобы было одновременные плюс и минус. То есть ставите, потом коллеги собирают, ну и дальше мы уже идем по ходу лекции, идем по тому, зачем мы здесь, ну, как говорится, сегодня собрались. Итак, давайте поехали. Первый вопрос формулируется так. В органических продуктах сельского хозяйства нет пестицидов. В органических продуктах сельского хозяйства нет пестицидов. Если вы уверены, что да, что там пестицидов нет, вы ставите, ну, там плюс, да, галочку. Если вы считаете, что они там есть, то, ну, там минус, вранье и так далее. То есть, ну, однозначный какой-то вариант ответа, по которому понятно ваше отношение. Итак, первый вопрос. В продуктах органического сельского хозяйства нет пестицидов. Дальше поехали. Об опасности химических пищевых красителей люди начали заботиться более века назад. Об опасности химических красителей в пище люди начали заботиться более века назад. Если вы согласны с этим, плюс, если не согласны, минус, ну или там какие-то другие варианты. Дальше поехали. Применение синтетических пищевых красителей в Российской Федерации не регламентировано, но имеется в виду законодательно не закреплено. То есть, если вы считаете, что у нас есть определенные недоработки и не закреплено, значит, вы ставите плюс. Если вы считаете, что все-таки наше государство о нас хоть как-то заботится, то ставите, что минус закреплено. Дальше поехали. Есть исследования о вреде синтетических пищевых красителей для детей. Есть исследования о вреде пищевых синтетических красителей для детей. Ну, за картинки сразу прошу. Тут картинки у нас специально. Время-то уже как раз где-то идет «Спокойной ночи, малыши», чтобы чисто технически не заснули. Картинки такие, ну, места есть, вы рассеиваетесь немножко по залу, все хорошо, мы вас ждали. Тогда придется все эти вопросы еще раз пробежать. Значит, для тех, кто пришел, вам дали листочки, вписываете сюда ваши фамилии. Ну, если хотите, можете вписать номер кредитной карточки, ее пин-код. И прочие вещи. Если не хотите, мы не обидимся. И дальше отвечать на вопросы «да» или «нет». Ну, надо было все-таки по опыту начинать не ровно 8.30, а 8.35, мы же в России. Вы же студентам это будете рассказывать в основном, поэтому... А? Вы же рассказываете студентам, а как бы, ну, начинать вовремя это не будет. Ага. Бывают такие скучные лекции, на которые преподаватели не ходят. Не мои.
Итак, значит, четвертое, есть исследование, которое доказывает вред синтетических пищевых красителей для детей, если вы считаете, что оно есть. Да, если считаете, что нет таких, то нет. Дальше поехали. Пятое. Краситель бета-каротин моркови не только натуральный, но и позволяет видеть в темноте. Ну, если там очень много моркови съешь. Заметим, моркови, а не грибов строго определенных видов. И не начнешь там видеть того, чего нет на самом деле. Морковь чищенная, да? Ну, чищенная, да, то есть. Знаете, мне это напомнило старый анекдот, как звонок там в санэпидемслужбу. Какой у вас вопрос? Знаете, я, говорит, вот только что выпил, съел ведро соленых огурцов и запил литром кефира. Ну, а вопрос какой? А клубнику мыть-то вообще сейчас смысл имеет или нет? Нет, чищенный, конечно, то есть все правильно. Так, значит, бета-каротин, ну или морковь, дает возможность видеть в темноте. Ну, вон реклама же, видите, на английском языке. Ночное зрение, жизнь или смерть, ешь морковь. Дальше поехали. Шестой. Бунт веганов. Вроде веганы мирные существа, но тем не менее. Бунт веганов был. Бунт веганов заставил кофейню Starbucks исключить натуральный краситель из своих рецептур. Ну, такой, да, сразу когнитивный диссонанс в одной фразе. Во-первых, бунт веганов. Во-вторых, почему веганы вдруг возмутились против натурального пищевого красителя. То есть, в общем, если вы считаете, что это все было, то плюс. Если считаете, что это действительно что-то такое из области фантастики, то минус. Дальше поехали. Для клубничных кремов клубничного мороженого используется натуральный краситель из земляники. Ну, там земляники, клубники. То есть, если вы считаете, что в клубничном мороженом, которое вы едите, натуральный краситель из клубники, ставите плюс. Если считаете, что не из клубники, не натуральный, ну, там уже не важно как, то минус. И последнее, восьмое. Голубые леденцы и напитки не могут содержать натуральные пищевые красители. Голубые леденцы и напитки не могут содержать натуральные пищевые красители. Ну, давайте вернемся на первый вопрос, быстренько пробежимся, потому что, да, у нас народ так тянулся по ходу. Ну, а так, понятно, что у тех, кто... Ну, в любом случае, отвечать-то надо, как сказать, по зову сердца, а гуглить бессмысленно. Поэтому еще раз. Значит, это в основном для тех, кто пришел не вовремя, скажем так, но пришел. В клеточке с номерами, если верите в утверждение, там плюс или да, если не верите, нет. Итак, первый вопрос. В продуктах органического сельского хозяйства нет пестицидов? Да, нет. Дальше поехали. Об опасности химических пищевых красителях начали беспокоиться более чем век назад или около века назад. Верите или нет, или если считаете, что это вот буквально там последние несколько десятков лет, то... Нет, если верите, что это давно проблема существует, то да. Дальше поехали. Применение синтетических пищевых красителей в Российской Федерации ничем законами не регламентировано. Ну да, нет. Дальше. Есть научные исследования, которые доказывают вред синтетических пищевых красителей для детей. Верю, не верю. Следующее. Краситель бета-каротин из моркови, измытой, чищенной моркови, позволяет видеть в темноте. Так, дальше. Бунт веганов заставил Starbucks отказаться от натурального пищевого красителя. Верю, не верю. Так. Для клубничных пирожных, для клубничных мороженых, ну как это был мультфильм про Вовку в 30-м царстве, хорошо царям, хочешь пирожное, хочешь мороженое, то есть вот если вы берете клубничное что-то в магазине, не саму клубнику, конечно, продукт кондитерский, там клубника дала цвет или не клубника, верю, не верю, ну и наконец, как это часто говорят, что там это синее-зеленое пьешь, там же сплошная химия, ну вообще вот эта фраза там сплошная химия, она всегда меня веселит. То есть,
Потому что мы всегда в том, что едим и пьем, в любом случае химические вещества. Ну, то есть, если вы считаете, что есть натуральные красители, которые могут давать синие и зеленые цвета, да, если нет, то нет. Ну, теперь, как говорят в школе, ручки отложили. И, пожалуйста, листочки вот моим коллегам давайте, сдавайте. А я тем временем дам им ключ. О, ручку сразу возвращают, хорошо. А я тем временем дам им ключ для проверки. Ну а пока потихонечку начнем. Ну и так, эпиграфом к лекции можно считать вот эту картинку знакомую. Здесь, конечно, с одной стороны, вот в этом экологической ночи, где говорят все, что экологично, как правильно там природа пользоваться, и что все натурально, это замечательно. Главное, чтобы потом после лекции ко мне не пришли с вилами и с факелами, как Шреку. Но с другой стороны, экология должна быть экологичной, а не экологичной, будем считать вот так. То есть, ну, действительно, а? Ну, тем более не эколажовый. Так, ключ для проверки возьмите. Итак, то есть, да, у нас в последнее время пошла мода на так называемую органику, на органическую еду, на органическое питье. Ну, хотя, опять же, с точки зрения классической химии, то неорганическое, что мы потребляем во время обычных, скажем так, наших трапез, это вода. И это поваренная соль, ну или сода, которую мы добавляем для бездрожжевого теста. Все остальное – это органические вещества. Но действительно существует ГОСТ, даже в Российской Федерации, по органическим продуктам, где написано, как их выращивать. Но при этом все равно, даже когда мы говорим… Следующий слайд, пожалуйста. Когда мы говорим про ГОСТ, все равно вспоминается Авраам Линкольн, который говорил следующее. Ну, вызывал человека и говорил так, что представьте, что у собаки хвост – это нога, сколько тогда ног у собаки? Обычно люди говорили, ну, раз президент спрашивает, и хвост – это нога, то это 5. Линкольн отвечал, а нет, 4, потому что независимо от того, считаем мы хвост ногой или не считаем, он ногой не является. Итак, с органическими продуктами. Ну, одно, да, из таких наиболее известных преимуществ, которые, по крайней мере, маркетологи для органических продуктов нам дают, это то, что пестицидов нету. Это неправда. Да, органические продукты выращиваются без применения синтетических пестицидов, но в общем случае пестицид – это любое вещество, которое отгоняет насекомых, которое убивает вредителей. Кроме пестицидов синтетических, существует огромное количество пестицидов природных, то есть те вещества, которые лично сами выработали растения в процессе эволюции для защиты от насекомых-вредителей. Ну, четче всего это в свое время была фраза, высказана на Башорде, что миллионы лет там растения типа лука, укропа, чеснока эволюционировали, вырабатывали себе химическую защиту, а потом пришел человек и сказал, о, это будет приправа. То есть большая часть вот этих пахнущих веществ, на самом деле у них вполне конкретная такая физиологическая защита. Это защита от насекомых, защита от грибков. И более того, на самом деле вот этими растительными пестицидами можно отравиться, потому что они точно так же вредны для нашего организма. Ну, особенно если кто-то сталкивался или у кого-то есть знакомые, у которых ну, какие-то проблемы там, с печенью, с желчным пузырем, там говорят, что не нужно есть острое, не нужно есть жареное. А почему острое не нужно есть? Потому что как раз вот это количество пестицидов, которые органически, из которых растения сами выработали, их все равно наша печень, наша холецистарная система не в состоянии полноценно перерабатывать. Ну, да, самая полезная еда, это которая вареная на пару, но она же самая невкусная. Дальше поехали. Об опасности химических пищевых красителей действительно начали задумываться более века назад. Это карикатурка из американского журнала 1887 года, по-моему, она называется «Наш общий друг», и на ней нарисован цветной леденец, который свидетельствует почтение
двум людям, один из них гробовщик, другой доктор. Ну, то есть как-то взаимно заботимся о здоровье. Но тогда это действительно была проблема. Почему? Вторая половина 19 века, бурный прогресс в области химии, в том числе химии красителей, и кто-то, наверное, тогда они маркетологами не назывались, но все равно они были маркетологами, по сути, решили, что раскрашивать конфетки, чтобы их покупали лучше, особенно дети, это интересно. Почему? Потому что, ну, какое-то время еда вообще была, очень долгое время еда, особенно в городах, куда свежая не поступала, то есть проблемы-то у нас с пищей начинаются с качеством, когда начинается урбанизация, потому что когда мы жили, наши далекие предки, просто фермерскими хозяйствами, сельскими хозяйствами, то они могли четко гарантировать, что я вот это вырастил, ну, опять же, со всеми вот этими плюсами и минусами, что все равно натуральная органическая еда не может быть абсолютно безопасной, но он хотя бы знал, что он ест. В городах не знали. Долгое время в городах, ну и в селах еда была однообразная по цвету, ну то есть 50 оттенков серого, но не в том смысле, про который этот фильм, а действительно, ну какие-то серо-коричневые оттенки, то есть те или иные варианты прожарки, соления и так далее. Поэтому, да, появление каких-то окрашенных продуктов питания, оно вызвало огромный потребительский бум. Но вот здесь не очень хорошо видно, а так вот реально написано, что там, чем красили. Желтый цвет соединения мышьяка, зеленый цвет соединения свинца, или красное соединение свинца, зеленый хрома. То есть, в общем-то, первые вот эти леденцы, они были окрашены такими веществами неорганическими, ну, которые действительно были очень сильно токсичными. Более того, ученые тогда уже знали, что свинец токсичен, что там даже ртутью, ну, в смысле, соединениями ртути подкрашивали конфеты, но из серии, что все равно кто-нибудь докупит, но что все это токсично, народ знал. Боролись с помощью подобных карикатур, боролись с помощью петиций. В итоге первый пищевой закон в Соединенных Штатах появился в 1910 году, где вот были введены вещества, которые просто запрещено было добавлять в пищевые композиции специально, ну типа тех же соединений свинца и ртути, а для некоторых вводилась минимальная дозировка, ну поскольку те, кто на моих лекциях не первый раз присутствует, знают, что я говорю, что очень часто говорю, что абсолютно вредных и абсолютно полезных веществ нет, очень часто эффект зависит от дозы, если доза меньше какой-то определенной нормы, значит не страшно. Дальше поехали. Применение синтетических пищевых красителей в РФ не регламентировано. Ну а как вы думаете, в нашей стране, где регламентировано все от и до, неужели не может быть регламентировано применение в том числе и пищевых красителей? Дальше. Существует ГОСТ «Красители пищевые». В нем даются основные определения понятия, какие красители считаются синтетическими, какие являются натуральными. У нас, кстати, немножко помягче, чем в американских штатах в этом деле. В каком смысле? У нас синтетические только те, которые получены путем химического синтеза. Натуральные, выделенные из природного вещества. В американском законодательстве хитрее. Там натуральные, только вот ты свеклу отжал, и этот сок натуральный краситель. Но вот если ты потом сок этой свеклы разогнал, почистил как-то, выделил оттуда вещества, и эти вещества уже натуральными считаться не будут, поскольку над ними какое-то действие произведено. У нас для этих веществ все равно считается, что они натуральные, ну, если мы сконцентрировали там этот натуральный экстракт, или его там поделили на что-то, но при этом, опять же, и как в американском, так и в нашем, мы же к веществам можем пройти с двух сторон, выделить из природы и получить синтетические. Если мы получили синтетические природные вещества, оно все равно считается, ну, по определению этого же ГОСТа, синтетическим. Другое дело, что ГОСТ – это все-таки вещь добровольная пока для выполнения, но, с другой стороны, если пишет человек, что производитель, что сделано по ГОСТу, то он отвечает за свои слова. Следующее. Есть исследование о вреде синтетических пищевых красителей для детей. Такое исследование действительно есть. Дальше следующий слайд. Оно опубликовано в журнале «Lancet». Но дело в том, что вот наш мир по поводу научных исследований, не моя, честно говоря, фраза, но она мне очень понравилась.
как в литературе постмодернизм, мы входим в такое эру научного постмодернизма. Это означает что? Это означает то, что в принципе, если мы пороемся в научной литературе, мы в понедельник найдем достаточное количество статей, подтверждающих один определенный факт, а во вторник точно такое же, опровергающих их. И это касается не только субъективных наук, там, истории, экономики и так далее, если есть представители их, пожалуйста, простите, но это касается и естественных наук, в том числе, что совсем уже не здраво. То есть исследование такое есть. Но исследование какое? Вот можно посмотреть дальше следующий слайд. Во-первых, в исследовании использовались опросы родителей 633 детей от 8 до 9 лет. Но там была другая возрастная группа, примерно такое же количество. Из 633 людей, которым написали, а не хотите ли вы поучаствовать в опросе, 337 не ответили, видимо, они не хотели участвовать. 96 не хотели и сказали, что мы не хотим. То есть участвовали 160, скажем так, из этих 160 в конечном итоге какое-то количество, 5 детей было исключено из-за таких хронических заболеваний типа пищевой аллергии и так далее, и 130 закончили исследование. По возрасту 3-5 лет, тоже примерно те же самые цифры, то есть 633-130 это меньше, чем 1/4 часть, это раз. Статистика очень маленькая для такого решения. Причем там вред был какой? Там вред был сказан, что повышенное потребление леденцов с синтетическими пищевыми красителями вызывает гиперактивное поведение у детей. Кроме этого, что можно еще по поводу исследования сказать? Детей специально красителями не кормили. Детей кормили подкрашенными леденцами с большим содержанием глюкозы. Но, собственно говоря, ничем не подкрашенный кусок сахара, ничем не подкрашенный сладкий продукт, он и так, если есть вариант, гиперактивное поведение у ребенка вызывает. И, собственно, в этом исследовании, что же конкретно является фактором, просто то, что человек скушал сладенькое, или то, что сладенькое подкрашенное, это не было выявлено. Но гиперактивное поведение, понятно, что глюкоза резко впрыскивается, энергию надо куда-то деть, вот оно и пошло. При этом, назад на один. При этом сам-то исследователь, который эту статью привел, он очень осторожно сделал выводы, что, может быть, опять же, что вот родителям не стоит думать, что мы вот исключим цветные красители, там эти еду с цветными красителями из рациона, и все станет замечательно, вы на это не надейтесь. Но ухватились пищевые законодатели, ухватились пищевые корпорации, и с 2004 года в Европе потихонечку синтетические пищевые красители запрещают. И вот тут как раз началось то, что и дало теме название, вернее, теме лекции «50 оттенков натуральных пищевых красителей». Почему? Оказалось, что натуральные пищевые красители, они ужасны для производителей. Есть такая вещь, как кислотность среды, у разных продуктов она разная. А пищевые красители самые лучшие, они в разных кислотных средах дают красный цвет. То есть там, где раньше можно было желтый цвет добавить с помощью одного какого-то, условно говоря, пурпурный закат красителя, намешав его в любую композицию, здесь там для сока один краситель, для пирожного другой краситель и так далее, и так далее. То есть до сих пор пищевики не могут от этого оправиться. Плюс натуральные пищевые красители оказались более тусклые, чем исходные. И продукты с натуральными пищевыми красителями стали покупать как? Хуже. Новых это не касалось, а старых, если я вот вижу, привык там, к дрожже одного цвета и вижу, что дрожже с той же маркой, но с другим цветом, я начинаю думать, а что-то тут не так. И всякие эти надписи, а что там только из натуральных компонентов, total organic и прочее, оно в этом не работает. Дальше поехали. Эти красители, попавшие под запрет, которые синтетические. Они запрещены в Европе, они разрешены относительно в Штатах, они пока разрешены у нас. Дальше поехали. Краситель бета-каротин и морковь, ночное зрение дает, не больше, но вот такой, как такой аппарат для ночного зрения, который на картинке.
эффект примерно один и тот же. Откуда вопрос? Следующий. Откуда вопрос? Ну, сам бета-каротин, его много, кроме моркови, кстати, в тыкве, то есть гипотетически можно было бы и тыкву есть и хорошо видеть. Откуда это все пошло? Следующий слайд. Это пошло со Второй мировой войны. Во-первых, это была массовая дезинформация британских ВВС. Британцы научились в 1940 году создавать ночной радар, который можно было поставить на истребитель. Ну, то есть на легкую маневренную машину. Ни у кого другого, ни у кого такой технологии не было, и поэтому они там, что вот наши пилоты едят морковь, и поэтому они темные ночью асов Геринга видят и расстреливают. Хотя на самом деле было в радаре дело. Второе, к моркови, к каротину народ приучали, потому что ну, у англичан и у американцев в основном расстояние около этого, площадь около сада, это лужайка. Они там никогда овощи не выращивали. А когда началась война, и Британия оказалась, в общем-то, отрезанной от пищевых запасов, в блокаде, понятно, чтобы как-то нужно было жить, нужно было выращивать овощи. И вот другие плакаты тех же самых времен, что доктор морковь, доктор картошка, которые приближают нашу победу, они оттуда же. Но, тем не менее, с тех времен, что вот эта морковь дает ночное видение, оно как-то осталось. Дальше поехали. Бунт веганов заставил кофейни Starbucks исключить один натуральный продукт из рецептур. Это правильно. Это даже называлось Bugs in Starbucks, жуки в Старбаксе. Но жуки какие? Не совсем уж и жуки. Следующий слайд. Натуральный краситель кармин, кошениль. Он действительно натуральный, который ну, выдавливают из вот таких, ну не такого, конечно, размера. А? Ну и кока-кола в том числе. Ну там больше жженый сахар на самом деле, чем кошениль карминовая. Карминовые червецы, красный натуральный краситель, но как-то вот веганы узнали, что какое-то небольшое количество этих животных гибнет, чтобы дать красный цвет, ну там не знаю чему, смузи или чего-то еще. А поскольку Старбаксов в Штатах много, а веганы, судя по статистике, составляли 15% от аудитории, то 15% прибыли Starbucks решил не терять и перешел на другие красные красители. Дальше поехали. Те, кто верит, что в клубничных составах красители с клубники, это неправда. Там краситель из свеклы. Почему? Краситель в клубнике, следующий слайд, это вот как раз антоцианин, он есть в клубнике, он есть в краснокочанной капусте. У меня лучше всего вот просто картинка осталась, цветок пуансеттия, рождественская звезда. Вот эти антоцианины, они являются хорошими природными индикаторами, и как раз вот в разных этих самых средах они дают разный цвет, то есть сильно кислый красный, а уже вот куда-то ближе щелочной, там может быть зеленый и синий, ну то есть вы а ведь кислотность среды, она изменяется даже не только тогда, когда мы готовим пищу, а если мы разводим, разбавляем, мы тоже можем слегка кислотность изменить. Вы представьте, вы берете там какой-то красный апельсиновый, красный сок клубничный с клубничным этим самым, разводите его водой, как нас учит Малышева, чтобы сахара много не принимать, кислотность его падает, и сок у вас из красного становится ну вот сереньким сначала, как-то... Опять же, у большинства людей это немножко вызовет опасность, и поэтому свекла, где краситель бетанин не влияет на эту кислотность, она друг всех этих красных рецептур. Дальше поехали. Вот бетанин, который дает это самое красное мороженое. И, наконец, последний вопрос. Вот что касается синих и зеленых красителей, их синтетических не было никогда. Устойчивые и при этом нетоксичные синие и зеленые красители пищевые не удавалось получить. Их всегда получали из водорослей, то есть зеленый краситель. Следующий слайд. Это хлорофиллин меди, ну то есть вещество очень похожее на хлорофилл, который в обычных листьях, только магний заменяем на медь. И получается зеленый оттенок. А синий это фикоцианин, вещество, выделяемое из синих водорослей. Да, действительно, когда оно выделяется в чистом виде, кажется, какой-то цвет неестественный, но это как раз самые, что ни на есть, естественные цвета. То есть бояться этого не надо. Ну, вроде бы вот время, ну, и время подходит, и все сказано.
напоследок хотелось бы поблагодарить тех, кто мне помогал с докладом, в частности, студентку нашего института Полину Миронову за рисунки. Пожалуйста, Полина.